Всем привет, с вами Онкель Снайк и наша незабвенная империя Пайналь, в которую мы сейчас проводим очень масштабные действия по захвату территории, как бы в попытке даже отбиться. 38 культ солнца, неплохо. Ага, на чем мы остановились? Так, о. Так, здесь я уже был. Сончо, это Санталь, я уже переименовал. Юката Мулук, да, здесь тоже. И у нас с вами осада. Ну ладно, будем надеяться, что они атакуют, не зажопятся. А здесь стоят крысы. Ну подождите. Лазутчик, ага, у меня лазутчик. Они пытаются внедрить лазутчика, но у них не получается. 25% построено. Это у нас здание, которое даст нам убийц. Так, 110. Здесь переобучите. Тут шаман. Шахты. Здесь все строится, скоро будет готово. Порт, дорога, и тогда пойдет морская торговля. О, это будет ништяк. Что, заглянем давайте в наш... Так, а здесь тоже все... Это я уже все поставил. Эти между собой хлещутся. Может по-быстренькому сбегать, поставить башню. Сюда куда-нибудь. О, как хорошо видно дорогу. Так. Бля, вот этот косяк был, ребята. А вот это был косяк. Ладно, если что, отобьемся. Сейчас, если они... В принципе-то можно было бы выйти. Выйти всей толпой, только... Так, оставляем двух орлов. Ну и все. Что-то не хочу я проигрывать, если они меня атакуют. Так, орлы не надо. Вот этого парнишу оставим. Ой. Ну-ка, вот так. Слоны. Лучники, что хороши, они... Бьют и скачут. Вот это их преимущество. Так, здесь готово. Флот, кстати, готовится с битвой с флотом. Так, а что у меня тут? Блять, вот здесь же... А, это не наша башня. Так, надо поставить нашу. Все, давай обратно. Вот, а я смотрю, башня стоит, а не светит. Вся граница просвечена. Кроме вот этого пятна. Великий вождь, давай-ка, великий вождь. Поставь-ка башенку. И... Так, и мы движемся. А, здесь мы должны построить бордель, казармы. Торжище тоже можем построить. Так, давай тяжелую пехоту. Сколько у меня хранителей огня? Мало. Здесь восстанавливаемся. Нет, лучше не подходить, мне кажется, к нему близко. Давай, сохраняемся. Сделаем ход. Делаем, да, поехали. Ох ты, бля. Пришел говнюк. И сразу восстание.
Подходящая невеста, да, женись. Бунт, пиздец. Этот упырь пришел и сразу устроил бунт. Я охренею. Так, каменные стены, погнали, ну пиздец. Это который 10 тысяч лет шел, он взял и устроил бунт. Так. Нужен ли здесь гарнизон? Или подождем, пока... пока стены достроятся. Так, прирост населения. Так, а здесь... а, кипящая маслица. Ой, как здорово. Ух-ух-ух-ух-ух. Мезосоц, пирамида. Рынок, давай рынок. Сейчас я быстро прям проскочу. Так, ты давай, все, закончил. Напаль, общинное земледелие. Тут надо что-то... Акрополь. Полтора, большая арена. Давай Акрополь, пока... пока есть. За копеек, Мулук. 420, да, давай. Подожди, а почему нету за копейки горы черепов? Это же самая наша базовая тема. Ну ты кока. Тоже черепов нету почему-то. А это же все-таки культовая постройка. Пинчата, ну да, здесь поставил. Мачутилик, здесь 115. Надо строить что-то для повышения общественного порядка без... так, шамана еще одного. Без этого... без привлечения пока губернатора. Так, Инситилик. Построили. Построили то, построили все, давай. Хотя, погоди, торжище, дворцовый комплекс. Торжище, да, пошло. Рудники сделал, Куско. Здесь все автоматом строится. Переобучается. Так, порт построил, но чтобы... ага, экспорт пошел. И сразу, смотрите, 760. Было 330, 306, 336 стало вот уже 700. Доход торговли. Это за счет моря, конечно же. А если дороги сейчас построим, то вообще будет ништяк. Улучшение, повышение до торговли. Религиозный бунт свирепствует. А, шаман, отлично. Что там у нас? 45 культ солнца. 55 культ солнца есть. Так, по дороге бы надо пройти, поставить башню. Вот сюда. Вот сюда даже поставим. Вот они и гниды. Пожалуйста. Так, ты возвращайся. Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Блять, придется оставить крестьян. Шесть к пяти. Ну, надеюсь, на наших стрелков сможем перебодать их прощами. Хотя мы с вами уже видели, как прощи работают. Не очень хорошо, но урон у них побольше, чем у типа лучников. Ну, блядь, зима еще тем более. Давай. Прощи, ягуары. Воин от слана. Ой, блядь. Как мы сейчас будем от воинов от слана-то? Отбиваться. Давай вот так. Встанем. Очень интересно, как мы будем отбиваться от воинов от клана.
Сколько их там? 61. По-моему, мы сейчас проиграем. Давай в круг. Так, а ты давай-ка вот сразу... Блять, или по воинам от Атлана долбить. Камни, они вот... Так, они отходят. Ну, раз отходят, давай тогда попробуем Масуали вот этих крестьян раздолбить. Это ягуары. Давай по ягуарам. Камни-то летят. Ага. Побежали. Ну, прекрасно. Так, а вот теперь ягуара уже. Так, ягуары, ягуары. Ну, пробивают. Тупость какая-то происходит. Атланы еще не пострадали. Надо изо всех сил кидать камни. Блять, ну почему вот не залпом, а? Потому что они индейцы, они не соображают. Они просто кидают с земли. Поднимают с земли и бросают. Вот эти камни. Падают в снег, прилипают. Ну это какое-то чудо, что мы камнями откидываемся, отбрыкиваемся от ягуаров. Так, а вот генеральский наш отряд не обязательно стрелять ему. Сейчас, ох ты, как хорошо, прям в толпу. Сейчас вот этих пробить. Булыжниками, и можно уже крестьян дальше добивать. Давай залп по Масуали. Сократим их численность. Так, смотри, отбились от ягуаров. Останавливаем. Так, 54. Даже есть урон, отлично. Они хоть раскрашены, эти халки, но они... Бля, вот это чардж, ребята. Вперед пошли мечники. Так, вам прибрать этих ребят. А вам прибрать Атланы. Смотри-ка, они что творят. Ну что, тут Генки еще помогает. Камнями гаси. По рожам, по зеленым. Один отряд у меня в резерве. Хорошие ребята. Но в спину удар не держит. Давай, братва, кидай. Где их вождь? Опа! Это лучники. Да вот он.
Отдуплился. Всей братвой кидай. Кто убьет последнего, тому бокал, чашу из его черепа. Смотрите, есть! Кто убил? Молодец, подойдешь попозже, после боя. Когда придем в город. Фух. Могут гарнизонщики. Это если атака не проходит. Если вот такая бы атака прошла ягуаров и одновременно воинов Ацтлана, думаю, так дешево бы мы не отделались. Пошли домой. Так бы дешево не прошло бы. Надо вообще, нет, надо, знаете что? Надо взять, может быть, хранителя огня одного на такой случай. Да и вот, до мискалитосов, они же дротики метают. Все, эти сами до переобучатся. Так, что у нас здесь? Коняшки сюда. Кони теперь у нас есть. Так, теперь сюда. Кто пойдет? Наемники и хранители огня. А идти я предлагаю по морю. Your warriors stand ready. Mighty leader, great leader. Command. Этих двоих наемников на корабль сразу посажу. Даже. А, ну тогда что я? Тогда можно и коней этих туда отправить. Так, что у нас там? Раз, два. Хранители огня. Лучники есть. Пехота, наверное, до мискалитос возьму. И отправимся к пиратам. Нам, правда, не видно ни хрена, что тут происходит. Хотя можно, конечно, батюшку отправить. Батюшка, давай, разведай. Хоу! Хоу-хоу! Хоу-хоу-хоу! Ну, отлично, будем брать. Культ солнца готов. Тогда нам не... Ну, здесь гарнизончик поставим, но мне нужно обязательно дать еще обзор. Вот здесь поставим башню. Тут же мои границы, а обзора нет. Так, вот туда уже я не пойду. Все, супер. Подсвечиваем. Ну что, блин, ух ты, ёптать. О, как они тут густо собрались. А тут два стека, да вы что вы говорите? Агент лазутчик. Надо еще одного лазутчика. Дипломат не нужен. Конечно, бы нам... Ну, в принципе, наемники есть. Переобучить наемников. Ну что, братва, давайте, атакуйте. Лазутчик не может ворваться к нам. Так, тем временем... О-о-о. Мощно. Но мы пока терпим. Терпим. Ничего не строится, ничего не нанимается. Да, мы... Я знаю, что... Ох, блядь, вот это вот... Вообще не дело.
Так, попробую перетаскивать нашу эту катапульту. Great leader. Так, теперь. Mighty leader. Leaving no trail. Moving quietly. Moving и ближайшие города. Мне кажется, вот здесь. Quietly. Так. Что это такое? Where is your pride? Fight me! 5 отрядов, и он прям мощный такой. А слоны сколько содержания? 450. 300. Ронин. Интересно было бы атакующую кавалерию проверить. Знать мансу. 300. Цинь Ронины. 450. Ну это пиздец. Давай в город. У нас есть кого переобучить. Правда, дротиков всяких нет у нас. И, возможно, пока не будет. Ну что, надо хранителя огня брать. Так. Эй, лаги. Так, вот это парня или в гарнизоне оставим потом. И вот этого тоже. Лучников не видать. Воины Мансу 200. 10-7. Давай возьмем, проверим их на вшивость. А, кстати. А, ну я же посмотрел, да, хотел, может, нанять. Блин, а сможем мы не одолеть? Мне кажется, не сможем. Пускай сидит в городе. Ой, в порту. Так. Ну что, надо делать еще один ход, что ли? Эх ты, петух. Вы не можете распустить охрану полководца. Ицкат или Затумбы. Чем он так заболел? Вы не мой король, суеверный. Звездочет. Вообще с ним нельзя связываться. Абсолютно. Так, тоже еще. Ну, здесь, в принципе, так. Луч, ну, возьмем мечника. Что говорит касса? Минус 6019 будет. В напале сидит наш отец родной. И нам нужны хранители огня, конечно. Я не доверяю испанцам. Они могут что угодно выкинуть. Так, высокие налоги. Вроде все поставлено. Ну что, сейчас будет битва, я надеюсь. Здесь все готовится к походу. Здесь битва, я надеюсь, она произойдет. Давайте, проверим. Да. Хилушка и командир Матега решили. А это просто командиры. Мулук злой. Пиздец. Мулук злой. Жестокость 4. Мулук у нас столько делов наделал. Душа компании. Команда и популярность. Чё? Улучшение общественного порядка. Да он вообще демонюга. Давай, мы готовы. Ух ты, там была эта принцесса с голыми сиськами. Обалдеть можно. Издалека-то незаметно, а если поближе приблизиться, я там видел у нее вроде, ну, то ли наряд такой, то ли сиськи прям. Тебя подлагивает немножко. Now,
Show them our might, and we may sway them into giving us victory. Ну, блядь. Так. Что тут? Ну, бля, ну что за лаги? Так, ну все, чё, погнали. Всех расставил, только надо тут ловушку сделать. Так. Так. Гена здесь. Так, пошли, ребята. Кто стреляет, кто разрешил стоять. Стреляем только по команде, по вылезшим на стены ребятам. Здесь, конечно, подкрепление есть. А внизу поставил всяких лучников. Так, ты тоже давай прекращай это баловство. Так, мы, наверное, будем орлов казнить. Вот этих, наверное, будем казнить сейчас. О, бля. Башня загорелась. Хорошо-то как. 60 человек залезают туда. Смотри, что и лезут, главное. Так, начинаем стрелять. Начинаем. Я люблю на это смотреть. Какая адская боль. 5 человек осталось. Пошли. Пошли, и здесь тоже. И здесь тоже пошли. Так, что у нас с метателями огня? Давай на вторую линию. Покоцаем их чуть-чуть. Ворота, скорее всего, пробьют. О-о-о! Больно. Давай-давай. Так, вы теперь можете стрелять свободно. Куда-нибудь сюда. Метатели дротиков. А, метатели дротиков что? Вот сюда их куда-нибудь. Они будут принимать тех, кто вылезет, полезет в ворота. Ой, чуть-чуть. Эти полезли от стланы. Ах, вы крысы, блядь. Уходим. Ну что, пожарили, да не дожарили. Бля, смотри, отстланчики. Огонь. Смотри, что творят. Сколько вас тут? Два отряда, что ли? Ну, бегом. Не все так просто. Так. Зайчата. Вперед. И огонь по желанию. Здесь. Здесь отбились. Ну давайте в центр, прям туда, к ним. Ах вы, блядь, гниды. Так ёптать. Здесь
здесь надо помогать. Здесь надо помогать, здесь вон что происходит. Воины Гуачичиль наседают. Прижмите их там. Блять, а вы-то куда побежали? Ёптись, быстрее сюда. Как я сумел-то? 84, быстрее бегом. Вы неправильно встали. Так, зайцы. Бегом. Ну что там, поломали? Поломали, все, с этими покончено. Давайте от плана. Ох ты, пробили ворота. Держись, братва, сейчас начнется. Это я им говорю. Поехали. Начнем с маленького. Давай. А вот огонек вам. Это вам огонек, ребята. Дротики пошли, все пошло в ход. Правда, у моих патронов маловато, конечно. И мне кажется, надо жечь. Жечь, пока горит. Ой, все, патроны кончились. Входим. А вторая моя бригада начинает палить. О, да. Жду от вас. Тыщенку, друг. Нет. 300 жду убитых. Но если одна шайба убивает по 5 человек. From such hopeful seeds does the mighty, the sun god smiles upon us. Many of our foes lie slain. Many of our foes lies dead. Woman. Slay him and end his. Да, горим здесь конкретно. Так, вот этим надо помочь. Принять решение. Так, все, стоять. Безобразная толпа убегает. Все должны стрелять. По желанию. Так, все стреляют. В принципе, и у нас с вами есть подкрепление. Точнее, у них есть подкрепление, которое бежит изо всех сил. Давай посмотрим, где они. А вот воин Ацтлана. Вот правильно, что я сэкономил. Бешеные индейцы. Сейчас добавлю скорости. Куачки. С куачками я еще не встречался. Три отряда. Ну что, давайте добавлять скорости.
всякий случай сюда встану, вдруг кто полезет на лестницу. Ого! А что если... Так, ген назад. А что если лучники пройдут вот сюда? Ву будет смеху. А эти встанут вот сюда. Вот так, да. Ну что, заходит очередная братва. Атакуйте-ка их. Лучники ящера не успели дойти. Давай. Ребят, приказ никто не отменял. Встать на место, сейчас ацтланы придут. Ой, ацтлана. Гену можно еще отвезти. Все, давайте. Накидываем. Какие-то там прачники побежали. Так, вот их надо прорядить, да. Скоро там подкрепление. Ага, бежит. 59. Кого не пристрелят лучники, да, накинут мои... Огнеметчик. Кстати, вот этих воинов Аслан в первую очередь надо сейчас законопатить. Так, мы готовы. Там секунды 4-5 на то, чтобы поджечь горшок. И это прямо на входе их порвем. Даже вам уже стрелять надо, а не ходить. Приготовились к атаке. Аслан уже здесь. Погнали. Ой-ой-ой, воина Аслана-то как больно-то адски. Да, еще тебе туда. Все, патроны кончились, уходим. Ты чуть вперед давай. Ну что, следующий, быстрее подходите. Не смешно. Они полезли на стену. Ха, убили генерал. Так, тут у меня ягуары. Но им нужно помочь. Помогут им орлы. И где еще их подкрепление? О, бля. Воин Аслана, да. Так, давай туда. Ребят надо выводить. Надеюсь, они не сзади. Нет. Так, орлы помогут с нашествием этих воинов Гуачи, еще и куачки где-то здесь. О, 150 куачков, это серьезно. Мне нужны лучники. Ау, огонь.
давай, тут, как говорится, и стрелы помогают. Ой, стены помогают. Ну, блядь, они бронированные, конечно. Шестеро. Все, кончились. Уходим. Так, кулачки. Вперед. Точнее, не... кулачки-то не вперед, кулачки бегут вперед. Мы тут должны их. Принять. Обычно я люблю ломать лестницы всякие и прочую фигней заниматься. Но... стоим, короче. Бежим. Сейчас, чтобы боезапас есть. Погнали. Ну и гуары в порядке. О, как хорошо. 132. Ну, мне кажется... А, они недолго протянут. Здесь тем более все. We have bled our foes well. They have few warriors still standing. 122. Ну там тяжелая пехота. Там не просто так. Там ребята серьезные на стене их встречают. Я не понимаю, как они... Да нет, нормально убиваются. Дети с индейцами еще ладно. Вот там если европейская конница нас встретит, то это будет весело. Особенно если они не будут готовы. У нас не будет каких-нибудь слонопотамов там. Воу, воин Гуачичили, твою мать. Давай Гуачичили тогда. Коси. Тут осталось стрел на пару залпов. Вот такие лучники прям. Такой малый урон. Но могли бы, конечно, сделать себе... либо урон уж двоечку хотя бы, или... Ну-ка, пацаны, давай в рукопашку. Или урон уж двоечку, раз так мало боезапаса. Ну, хотя, с другой стороны, лучников здесь полно, и других хороших. Можно и наемников взять. Давай, ребят, надо помочь. Квачки на стене. А, все, да? See the enemy run before our might. We will leave nothing behind but widows and weeping. 59 квачков. Может быть, даже еще и сможем их преследованием законопатить. Вперед. Они пытаются слезть. Ну ладно, давайте я тут, я уже их сам добью. Ход прошел, да, мы отбились, надо что-то восстанавливать, в частности, вот этих вот ребят. В принципе, у нас никого-то особо, ну вот, можно вот так сделать и восстановить метатели дротиков. Так, эту штуку я поставил, давайте посмотрим. У нас хватит тоже еще. Дворцовый комплекс, давай. О! Какой-то товарищ появился. Санталь, дворец. Ну, нихера себе. Так, найм. Вот, уже лучше. Если всех совместить, то останется только два лучника. Дворец, дворец. Ну, по налогам здесь все в порядке, по жратве. Да тут надо, мне кажется, просто строить. Подожди, торжище. А что нам торжище? Вот за 1000 башню построить. Вот. Так, поселение в осаде. Ну, это столицу нашу атакуют. Демоны. Давай все-таки посмотрим. Ах ты, блядь, ракетчики. Арбалетчики. О. Не хочется мне с ними связываться. О! А это уже узбеки. Ой, узбеки, монголоиды. Так, 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 так. Ты тогда давай. Ну что, идти на них войной? Давай, пока вот этого распущу. Воины с двуручными мечами сюда.
Ай, проклятые каперы. Ну что, рискнем? Пора, наверное, начинать прокачивать флот. Адмирал Уильям. Ох-о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 х. Сажайтесь или убирайтесь. Пиратский корабль, галера. Пиратский. Нет, что-то. Что он совсем слабый, если они сейчас нас атакуют. То, скорее всего, у нас будет жесточайший провал. Но не своих врагов. Жесточайший провал. Так, тем временем передвигаю огнестрел ближе к столице. Надо. Здесь опять столпотворение. Еще и пираты, главное, быкуют. А здесь почему? Как такое произошло? Что такое? Это диверсия. Это была диверсия, это стопудово. Сбрасывал. Жестоко, жестоко нас наказали. Шаман, посол. Ну, так-то мне агент сюда нужен. Так, здесь что у нас с агентами? Вот он, лазутчик. Срочно, срочно лазутчика. Срочно лазутчика. В город. Так, здесь все в порядок. 33. Ага, наш прокачивается постепенно. Так, тут переобучение идет. Корабль берем. Вот тут, блин, ну как получилось-то, что флот-то так... О, смотрите-ка, Лига Каперов подошла. В принципе-то можно выходить. Карабинеры. Ох-ох-ох-ох-ох. А кавалерия у нас здесь. Ну, в принципе, эти карабинеры... От них толку-то... От них толку будет немного. Лучше давай всю братву на штурм города. Оставлю здесь... так, вот этих... Двоих оставлю на защиту. Лучники нет. Прачники. Так, давай посмотрим. Так, ну что-то атаковать город-то неким. Хотя возьмем там наемников. Там полно их. Хотя вот этих наемников тоже заберу. Город оставляю. Давай. Ты проверишь. Ха-ха! Да, полезем на стены. О, здесь полно. Волки. О, дальний бой 9. Отлично. Волки. Воины Гуачичили. 12. Отличная бронька. Псы. Псы. Волки. Соточка содержания. Гуачичили дороговаты, но сотка и псы, и волки, мы возьмем их. Даже, блин, наши мезопеки дороже. Ну, блин. Так, касса. Касса в плюсе. Почти. А, ну почти, потому что у нас здесь проблема в столице. Дочь вождя Кукулькана. Нам нужна разведка. Зайчата. Зайчата. Нам нужна разведка. И даже, наверное, не сколько дротики, а вот сколько атланы нам понадобится. Ладно, все, давайте, наверное, закругляться. А то что-то я прям заигрался. Вот. Ставьте лайк, пишите комменты, подписывайтесь на канал, увидимся в следующей серии. И как видите, нас не отпускают, не отпускают. И нужно наказывать, наказывать, еще наказывать. Пока вот это надо забирать.
отсечь их полностью от моря. Вот это будет фокус-покус. Ладно, всем пока.